Здравствуйте, дорогие мои подписчики, постоянные зрители и гости моего канала. С вами птица мудрая, шаманка, мастер рейки, регрессолог, транстерапевт, арт-коуч. Всем добро пожаловать! Отдельно хочу поблагодарить всех, кто помогает развитию канала. Для вас отдельно дополнительная работа за кадром. Не забываем, что тонкий мир энергии основан на энергообмене между разными источниками, и вы сами определяете то количество энергии, сколько готовы задействовать. Для духов кормить птичек, конфетки под кустик и так и далее. Они лакомки. Для благодарности мне за труд и работу реквизиты внизу под видео. Но вы имейте в виду, что без энергообмена работа вообще не работает. Ни по воле твоей, ни по воле моей связь была создана, нерушимая, неразрушимая. Просим духов разрушить связь нашу с тобой, нежеланную ни тобой, ни мною. Попросим духов упокоить душу твою. Тебя упокоим, меня успокоим, тебя упокоим, и мне хорошо будет. А злым рукам, злым глазам, злой душе, которая связала нас без нашего того ведома, без нашего того согласия, злюки такой, вражине вражеской, пусть по делам его назад вернутся дела его, да ему будет карма кармическая. Как лишила вражина крыльев нас, тебе ангелом стать, мне в жизни здесь по жизни летать, счастье добра наживать. Вернем крылья мне, вернем крылья тебе, вернем крылья мне. И да упокоится душа твоя, и пусть примет Бог, и как примет земля, и земля тебе плохо, но царствие тебе небесное.
Упокойся навечно. Упокойся навечно. Упокойся навечно. Осиновым колом. Подземное царство. Идешь в подземное царство. И как бабочка мертвый ангел, так ты станешь ангелом. Как бабочка стала ангелом, так ты станешь ангелом. Как сгорают путы наши в черных свечах, в трех черных свечах сгорают наши узлы связей. Так очищаем можжевеловой веткой, дымом можжевеловым, наши души, нашу энергетику.
от рудника шла по тропинке. И тут увидела вот знак бесконечность и молитва перед принятием святой воды. Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая вода, вода в оставлении грехов моих, в просвещении ума моего, в укреплении душевных и телесных сил моих, во здравии души и тела моего, к покорению страстей и немощей моих, к воспредельному милосердию Твоему молитвами и пречистая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.